Здравствуйте. Угу. Это снова мы. Это снова ДБД. Блин, я подношение не взяла. Ролиф. Ролиф, не надо хвастаться своими... Хотела сказать, обидеть тебя. Ладно, не буду обижать. Своими достоинствами. 5 сантиметров, так и говори. Я хотела сказать своими недостатками, но не стану, ладно. Мне так нравится, когда вот так... Это не означает так говорить. Типа, все нормально. Ну он же... Ой, блин, за что? Я же, ну блин, если бы знала, деда бы взяла. Бля, буду сейчас доктор будет. Или Аня. Аня, скорее всего, Аня на этой карте часто бегает. Ой, Игорь, Катя. Блин, тут нельзя бегать. Блять, Аня! А, видно. Аня. Она сюда бежит! Понятно. Еще у нее генератор взрывается, когда бросаешь. Топор? Да, топор летит! Ух, сука! Ох, блядь! Ух, палетку тебе в жопу! Вот, Ярик, я тотем вижу около мейна. Вот там, где я упала. Обычный? Обычный. На всякий. Но он палевный, конечно. Она его сразу заметит, если будет бегать здесь. Я бы в мейне лучше поставил. А в мейне я не видела. А там должен быть, по идее, на этаже. Ой, у нее подвеска со снеговичком, как у меня. На крюке. Блин. А, у нее порча. Ко мне идет. О, спасибо. В смысле? Ты снять не хочешь? Подошла, короче, знаешь, так это. Сделала вид, что снимает. Так, а не, я не буду тебя снимать. Сняла, ладно. А может, ты не будешь меня лечить здесь на видном месте, а? Как бы ничего не хочу сказать, но тут немножко палю. А, там бегают, ребят. Нормально. Ну как бегают. Так. Ты что ли бегаешь? Сейчас я просто упаду и все. А, ну тогда, тогда это ненадолго. И правда. Спасибо, что ты веришь в меня. Я очень искренне верю. Со всей верой своей. Да-да-да, я слышал. Говорю тебе, что ты помрешь. Да, в мейне. А что ж ты там делаешь, собака такая? Вау. Ой, тут такой вкусный генератор недалеко от мейна. И на какой он вкус? Ну, железо. Яблочком, на яблочко похоже. Ярик, а если я прыгаю через препятствие не на шифте, она же меня не слышит? Нет, не слышит. Супер. Ярик, ты что, с ней бегаешь? Блин, ну вот что за я руина такая? Не бегу, она у меня отстала. Нашел на йод. Ой, на йод порчу. Вдруг ты реально на йод. Блин, она сейчас в шкаф посмотрит. Она испорченная. Она испорченная. Испорченная порча? Аня испорченная. Порченная Аня. Блять, я прям на нее бегу. Угу. Я буду 3 дня благословить ТТМ. 3 дня буду. А как-нибудь побыстрее можно, Эрик? Реально, как медленно. У меня только половину, даже меньше. 3 дня это что-то дохуя. Воу! 3 дня любви! Да блин! И так нас это там... уже блин, не спасти. Привет. Привет. А меня спасла твоя тактика, кстати. Шкаф против Ани. И так два... вообще работает. Не, по... не нашла? Даже не посмотрел? И так 2 дня, блин, тотем пилил. Благословила, она урин взяла, прервала. Это будет прервать. Блять, да чё проверки такие частые? У нее еще вылупит стоит на темп. Ярик, устал? Да. Это подвал. Горда, наверное, с собой, сучка. Конечно. Ну, по крайней мере, Ярик не кемперит. Не каждый может положить. Так, и чё? Кто снимать? Ой, она у меня. Шкаф.
Я сниму. Ушла вроде. Блять, не сниму. Или сниму. Кто чей нет? Подруга? Я не знаю. Блять, не сниму. Нет, сниму. Масть. А мне похуй, ты поняла? Мне похуй! А мне похуй! Блин, я сама легла. Слышь ты, синеглазая. Туда же, подвал. Конечно, я прям здесь легла. Катя, Катя, танцуй, давай! Да ударь меня, блять! Да не Ярика! Беги, Катя. Нет, я тебя хочу тебя поднять. Давай поприседаем, давай. Да не, блять! Вижу, как Ярик по лестнице. Сука! Я приседала для кого? Ползи в палету. Ой, сука! Да, вот это вот себе знаешь куда засунь? Ой, такая ты сука, а? Я для кого приседала? Чтоб ты топором себе обухом по башке дала. А, у меня второй подвес был? Блин, а я забыла. Подруга, блять, она за ней. Так, ну все. Вот он подошел, градус кипения. Вот он. Уже удаляешь? Я уже нервничаю. Ярик, живи. Чтоб ты подавилась, блин, своими топорами. Ты что делаешь? Ты дурочка, что ли? Ой, понятно все с тобой. Да. Во-первых, короче, у нее бесшумный порядок реакции. Ярик, она справа. Да, я. Она за мной. Окей, блять, не могу, снимаю. Бесит такие маны, прям не могу. Подкэмпливает еще, блять. Сука. Я же говорю, подкэмпливает. За мной! Ярик, а что за навык у этой у нашей, что она это? А, у нее адреналин есть, кстати. Легковес, адреналин и два навыка, которых я не знаю. Я тебя сломаю. Сломанный крюк, ну-ка. И какие-то глаза. Сломанный позвоночник мой, блядь. Не-не, я про эту. Она видит, она видит крюки, короче, в подвале. Она, это поломка. Она может ломать крюки. А и чё ж она не сломала-то, блядь, в подвале крюки? Там не ломаются они. Как не ломаются? Там нельзя сломать. Сука. Эта игра точно для манов. Не-не, маны плачут тоже, Катя. Ну это если... Это если мы... Над нами издеваются. Ага, это если мы с тобой, да? Играем, Игорь. Я? Нет. Да. У меня нету. Я ж убрал перка. Самое интересное, что она тебя не думает даже спасать. Да пусть чинится, чё. Подруга, а может ты спасешь? Нет? Ярик, ты на второй подвесе уже. Ой, какая же тупая, я не могу, а. Села чиниться она. Не, может она, конечно, вас продает? Но она все равно сидит, чинится. Игорь, танкуй. Игорь, танкуй. О, молодец. Спасибо, Катя. Беги, Игорь, танкуй быстрее. О! Тебя заблокало, смотри. В смысле? Ай, блин. Не успел чуть-чуть, да? Я ее сейчас к подруге приведу, к нашей. Веди, а то охренел там совсем.
Подруга в мейне, кстати. Да я вижу. И что ты, блядь, правда... Убегай. Что ты правда думаешь, что мы вычиним три генератора? Или ты, сука, люк искать собралась? Я на люк собралась искать, я тебе серьезно говорю. Ну, в принципе, на люк у нас с ней шансы равны. Судя по поведению, она тебя... Ну, она вас продавала. Продавай ее. Будет возможность подставлять, что ты? Сам быстрее люк найдешь. Ой-ой-ой. Блять. Тотема у нас... О, давай. Что, снимать, че нахуй нам срывать? Нахер она тебе нужна? Она сидела, даже не думала тебя снимать. Хотя прекрасно видит, что ну, туда никто не бежит. Она же видит эти крюки. Где тут, блядь, шкафы? О, тотем. Уже не надо, да? А у меня нет навыка. Да я не тебе. Империт? Нет. Плохо знаешь что? Плохо, что ты раненый. Да, вот тоже. Тут такие подруга яркие напишет следы. В чате, какой я педролин, или как-то. Она сама такая. Да чего ее спасать, ты бы не успел? Она, извините, в мейне на втором этаже. Ты пока туда добежишь? Ну чё, Ярик? Люк! Да, право, лево. Да. Право. Беги, я не стой. Лево, лево. Лево лучше. Ну не по углам, не по углам. По углам точно нет. Где-то вот около этих построек, да. Смотри, поглядывай. Слева, слева смотри. Да не на шифте же! Игорь. Ну я, кажется, на плачуге идти. Уже не надо. А чё ты? Чё ты делаешь? Ничего, чё делать? Она будет ворота охранять. Ну, ты подбеги, посмотри, может, не эти ворота. Ну, судя по всему, ее тут нет. Не слыхать. А нет. Бежит. Слышишь? Вон, вон, бежит. Кидает топор. Топор кидает! Хорош. Давай, открывай, открывай, открывай. Кидает, кидает! Бля, не успеешь. А мне, если бы был этот... нехитованный. Да, а что ж выпустить, не? Слабо, блядь. Хуйта дырявая, блядь. Блин, кстати, если бы ты спас подругу, если бы получилось спасти подругу, она бы тебя выхилила. Толку. Мы все равно бы отъехали, мы три гена вдвоем не вычиним. Ну ты потом ее продала, она бы померла. Все. Ну, а это как-то совсем уже. Ты уже в небо. Слушай, ты уже в небо улетела, она все топоры кидает. Успокоиться не может. Ой, а денег-то заработано, прям пиздец. Да уж. Че у нее там? Охотник. Подруга 10-го престижа. Охотник на оленей. ГГС опять. Это ман говорит. Не знаю, мне вот эта вот наша товарка вообще что-то не понравилось. Странное поведение. Надеется, что ты вычинишь три генератора, при том, что у тебя один висит, второй мансит, извините. Ну, ты хотя бы сними второго. Unreal вообще. Конечно. Что, еще одна или еще? Да я схожу. Я уже иду спать. Наверное, я сегодня рано встал.